не любив, прости. Пока кто-то спит, кто-то считает ресниц, мне все это снится. Я запутался в улицах, сбился с пути. Не ищу виновата, ищу средства. Все так просто, не вини меня. Нажимая фрукты в случайной зари, мое сердце горит. Не надо, не туши. Дождь, собрать помоги осколки конструктора жизни. Хватит снов, хватит слов. Живи сейчас, ждать нет времени. Освобождайся, отцепляй вагоны. Перроны пусты, никто не встречает героя. Одна любовь, одна судьба. Прости меня. Круги на воде. Любимая, ты где? Одному нелегко по жизни, об этом не понаслышке. Знаешь, я смысл потерял, ради которого дышал, человеком стал. 4 года цветного интеллектуального кино. Ты ушла, а это значит лишь одно. Даже если вернешься, потом опять уйдешь, против сценария не попрешь. Дождь. Воздушные замки тают. Любовь не умирает сама. Ей помогают. Запомни этот миг и молодой шиповник, и на плече твоем прививку от него. Я вечный твой поэт, вечный твой любовник, и больше ничего. Запомни этот миг, пока ты можешь помнить, а через 1000 лет и более того, бескрытие из тебя старается, ты помни, и больше ничего. Нет настоящего дыма из труб, с ударами сердца вечные поиски дна подходящего. Жизнь, ожидания смерти, люди системы, лживые ценности, гаснут лампады, окна завешены. Каждый живущий раб современности, противоположности смешаны. Под ногами
нами соль на кроссовках, серого цвета лица прохожих, рамки никто не кратнет на тусовках, свобода удельна других не похожих. То, что на ладони лежит стареже, звук проходящий фильтр ломается, как боль зубная, реальности свежих. Нет настоящего, все изменяется. След от продукта земли отравления, метод воздействия битыми розами, факты всегда вызывают сомнения, осведомленность мелкими дозами, грязь на столе, отражение мистики, непонимание происходящего, загнутый пальц гнилой статистики. Но веры нет. И нет настоящего. Надо что-то делать. Дальше так нельзя. Морально разлагаться, убивать себя. Не вечно здоровье, как молоко коровье. Проследить не успел, и оно прокисло. Я на него забил. 5 лет кайфовал и пил. Стук сердца похож на удары коромысла. Движение внутри зависло, сплошные сбои. Кого кроме себя в этом винить, не знаю. Но в том же духе продолжаю, время убиваю, которое покажет, кто есть кто. Трудом добравшись до долгожданной стойки, ждать, когда помоются стаканы в хлорке, выпить 100 грамм, выпить 100 грамм, чтобы мир святее стал, стоять, ощущая мотор, который с трудом качает кровь. Он устал, ты устал, кто еще? Там в районе уверенность женщиной, трещин, как рухнул стоящий, он упал, он не смог добить это снова. Холодный гроб, у девочки сложности красный цвет, у мальчика с детства кровавый след. Он упал, он не смог. Кто еще? Настало время, больше нечего ждать. Будешь медлить, завтра можно будет все потерять. Боюсь, молюсь, молюсь, боюсь, и безусловно чего-то дождусь. От страха рыгну пистолет, заморозив во взгляде вопрос, может, все или нет, что еще? Thank you.
зверя. Все, что паривают предки, в целом полная байда. Да-да-да-ди-да-да. Вас научат наши детки читать, писать, считать, чтобы вы смогли в дальнейшем звонкой денежкой играть. Раз, два, три, четыре, пять. Все, что было, есть и будет. Солнце, небо и тьма, птицы, звери, звери, люди и другая лабуда. Не шумите понапрасну, не пугайтесь, детки, зря. Все, что впаривают предки, целым полная байда. Да-да-да-ди-да-да. Он обещает вместо богатства когда-то где-то мир и брат. Он делает шаг темную ночь, говорят, что идет на свет, обещая каждому помочь, кто бросит все и пойдет за ним по свету. Он предлагает своих ладон, соленый жемчуг, лед и влюблен. Он не просит, а меняет блаженную жизнь на раскаяние. Но, как видно, не понимает, что бывшим убитым толпой он чужой.
багряный и белый, отторгнутый скомком. Зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги. И раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Okay.
грешный мой дух, под печальные плачи волшебные, заколачивайся в сундук, отправляя назад до востребования. Грешный дух мой бронирован плоть, безучастную, как каменья. Помоги мне подняться, Господь, чтобы пасть пред Тобой на колени. Многоточием не прикроешь дверь, раскладенную сквозь раскос ресниц. Если жить не смог, то и умереть не помочь. Щекочущий нервы риск, и без что не смог обмануть судьбу. Время всего пред отца крестом, соль в глазах, потом водку пил и закусывал. Закуси губу, Господи, помни меня. Господи, помни меня. Чуял, не пройдет другой стороной, горло в кровь пошла с белой нишей. Стой, лишь одной ногой, наконец, тебя слышу. Возникают мечты от больших забот, чего нет, не пытайся ищи. Лицо, что было есть, чему быть было, а исчезнувшие Господь. Обыщем Господи, помни меня. Наша размова с лидер-гитаристом легендарных алгоритмов Евгеном Коноваловым отбылася по дорозі до Володимира Спиридовича, гитариста не менш легендарного початку 70-х годов минулого століття гурта «Аргонавти». Коли для вас особисто починався рок-н-рол? З чого? Радіо Швеція, радіо Прага, радіо Варшава. Да. То, що слухали, то і грали. Ми не знали, що це, обривками. Мы тогда не знали, что такое рок, что такое блюз. Мы играли музыку, что попадет. В том числе мы играли Эллингтона, кое-что не знаю, что это Эллингтон. Играли Питера Грина, не знаю, что это Питер Грин.
Вот, и так далее, и так далее. То есть мы не знали, мы играли то, что мы слышали. Мы были ансамблем радиотехнического факультета. Так. Потом института. Из названия нас это не беспокоило. А потом к фестивалю надо было как-то назваться, и мы стали алгоритмами. Имя ваше алгоритмы, общее имя. В какой мере это связано с ритмами вашего ансамбля? Алго — это динамический ритм. Это в музыкальном переводе, а вообще это понятие научное. Нам просто нравится эта музыка. Что вам нравится? Ритм, вот самое главное, сбитие. Только ритм. Да. Ритм, ну, конечно, мелодия, это само собой. Да. Но ритм — это основа. Потому что биг бит без ритма — это большой, да, перевод на русский. Ансамблям музыкальная культура не нужна. Пожалуй, несколько смелое утверждение. Впрочем, смелости им не занимать. Так что же это? Жаркое увлечение музыкой или дань всесильной моде, той самой, что окрашивает всех в один цвет? Вот. Ну и почему алгоритмы, я думаю, так это... хорошо выплыли, потому что кроме того, что мы умели что сказать, мы еще, у нас было на чем это сделать. То есть радиотехнический институт помогал. Как пример, мы будем привести на маршрут номер 13. 13 маршрут. Коновалова. Вот вам великолепное произведение, которое самостоятельное. В то же время вы не можете его упрекнуть, что это не биг-бит. Это в жанре написано. Не все было дозволено. После чешских дел 68 года, по понятным причинам, молодежь пошли. Когда поют, если нет текста, то и нет смысла тогда его слушать. Рот открывает, знаете, как бывает у нас, к сожалению, в нашем телевидении. Не молчит. Вот так и мы просидели весь фестиваль и видели открывающиеся рты солистов. А о чем он там поет? Хотелось бы, чтобы в вашем репертуаре все-таки было меньше подражаний, чтобы больше было нашего советского репертуара. Как это сделать, как это найти, это уже вопрос творческий. Мы едем к человеку, Спиридович Владимир. Его принудительно учили играть на гитаре. А мне она понадобилась, потому что нужно было в институте ехать в агитбригаду, а гитары не было. Вот. Где там от этой гитары... щепки, я уже не знаю. Это его летний дом. Он живет, естественно, в Минске, но на лето уезжает туда. Когда-то бегал я по крышам перед голубыми скалами, и завтра с тобой выпрыгнул в открытое окно. Теперь сижу под пледом и пью холодный чай. И я все забыл, ведь это было так давно.